С 1 января следующего года начнет действовать налог на доходы с банковских вкладов. Фискальный сбор в размере 13% будут взимать с части доходов, которые превысят определенный лимит. Предельное значение рассчитывается как произведение ключевой ставки Центробанка и базы в 1 миллион рублей. Как законно сэкономить на налогах, читайте подробно на нашем сайте в разделе «Новости».